Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем в Half-Life 2, Халва 2. Итак, у нас сейчас небольшой мини-квест будет такой. Ой-ой-ой, что нам понадобится там? Нам понадобится много чего. Надо запасаться. Итак. Ой-ой-ой, вот сюда они не должны подходить. Так. Вроде все есть. Куда бежать? Куда бежать? Бежать нам туда, наверное, надо будет. Так, вот я только не знаю, если мы их всех убьем, новые-то не вылезут. Смелее подходим. Итак, надо куда-то бежать. Только да подождите вы, блин, твари. Так. Еще давай. Еще укусила меня, сука, все-таки. Все-таки одна тварь меня укусила. Но тем не менее, смотрите, отделались малой кровью. Очень даже малой. Хотя он там на корабле, я ж не помню, но там на корабле тоже что-то было. Но я не могу вспомнить, что. Кстати, с этого корабля, скорее всего, Г-мен наблюдал. Кто такой Г-мен? Видели человек с акваяжем? Он в самой первой части преследует. Он там в первой части, насколько помните, можете посмотреть первую серию у меня. В первой части. Он там спорит с каким-то профессором. Такой человек с сундуком, такой с чемоданом. Вот. И он постоянно встречается. Что у нас здесь? Так. Мы будем бежать. Вау! Вау! Бежим, конечно! Бежим, 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 бежим. О, не бежит, энергия кончилась. Да. Спокойно. Ты обливать-то не будешь? Ну ни хрена ты по мне долбанул. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, запоминаемся, сохраняемся. Иди за нами. Иди ты нахрен, ты меня еще напугал. Фримен будет мудр, посмотрев, как добывают ферапонды из Мирмидонта. Процесс не очень гигиеничен, поэтому лучше отойти. Давай. Эти и чё? Ферапонды понадобятся Фримену. Собирай их.
Да, и зачем вот они мне нужны? Ладно. Давай вот так. Мне еще кое-что надо собрать. Ведь я не верила тогда, что есть другие холода. Итак. Феромоны. Фероподы. Это что-то на что-то натравливает. Или что? Или вызывает этих жуков. Что вы делаете с этими феромонами? Еще, господи, если я от каждого так буду валить, вы валили, я валил, кое-как загасили. Давай, заходи. Вот все, что мне надо. Правильно. Все, что нужно звезде рок-н-ролла. Конечно, не потревожит. Чарамчха. А, кстати, вот эти вот, если вы не знали, вот эти вот уроды, они вроде как даже за меня. Почему? Потому что, ну потому что, как трудно объяснить. Они, кстати, против Гэмэна выступают еще. Да, он им не нравится, не знаю почему, что у них за вражда своя междоусобица. Но они его не любят. Они не любят Гэмэна. Да, и, кстати, они могут ему противостоять. Давай, я не в одиночку. Почтил нас визитом. Я с персонажем, давайте. Следуй за ним. Следую. Так. Ой. Сейчас времена научат применять феромоны. Запоминай, как пасти муравьиных львов с помощью приманки. Фримен выломает фероподы и бросит один порцию яму. Вот так вот. Вот так вот. Фримен справился. Понятно. А они у меня не кончатся? Фримен может заставить муравьиных львов атаковать врагов. Посмотри на манекен и отметь его фероподом. Да. Фримен превосходен во всем. Я превосходен? Спасибо, спасибо. Давай, ты куда пошел-то? За веревку дергать? Теперь внимательно. Надави на фероподд, чтобы скомандовать муравьиным львам идти за тобой. Фримен показывает превосходство во всем. А этот должен попрощаться. Нова проспект уже недалеко. Давай. Запомни все, чему научился здесь. И Лайхэнс верит в тебя. Ой-ой-ой. Игрушка хорошая. Давай. Вот это будет интересно. Вот были бы они только бесконечные, и пауки такие еще не везде. Только на определенной локации, как я понимаю, там где песок. Ведь это все-таки как муравьи, это муравьиный лев, или как он правильно называется. За мной идете, ребята. Ну вы молодцы, не отставайте. Вот так вот, смотрите, у меня какая игрушка есть.
Ай-яй-яй. Так, это мне уже сейчас мешать будет. Вправе требовать. Босс Кочевник, включите ограничители периметра и доложите. Босс Кочевник, включите ваши ограничители периметра и доложите. Итак. Кочевник, срочно приведите ограничители в готовность. У вас движение в секторе. Теперь мне их отключать надо. Вот так вот, значит. Вот так. Ограничители периметра. Всем сотрудникам охраны немедленно принять участие в сдерживании. Вот так. Ой-ой-ой. Дайте. Давай, мы подождем. Мы не спешим. Валите. Ой, кто там стреляет? Кто там стреляет? Ни хрена ты меня подстрелил-то. Вот и побаловались. Ах ты, писюкан. Так, ладно. Подождите. Вот так. Давайте, ребятушки. Так, так, так. Я вам помогу. За мной, ребятки. Мы им сейчас покажем. Ой-ой-ой. Так, я что-то не понял. Мне как надо там пробираться тогда? Давай, 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 беги, 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 беги! Поддержка с воздуха. Эй! Да. Получи. Вот так. Так, а я не понял, мне куда здесь надо? Внимание, нет, нет, состояние нет. Состояние критическое. Так, первую вышку, вторая вышка. Где-то туннель какой-то есть. Или что? Блин, близкий.
такая неясность. Так, сохранено. О! Вот сюда мне. Вот так. Постингер, это лидер 9. Доложите о продвижении противника. Продвигается. Постингер, как слышите меня? Хорошо слышу. Или это вы не ко мне? 4-9 соединиться, дождаться подкрепления. Лидер 9 принять командование. Давай, что у нас здесь? Вот сюда. О, о. Гасите их. Вы думали, так легко будет? Ага, сейчас. Съели. Так. Дамы и господа. Еще разок. Вот так. Нормально пока. Пока все хорошо. Со мной, мои дети. Вы мои дети, а я ваш отец. Батька ваш. Ну-ка. Что у нас здесь? Все есть. Все мое. Так, ну неплохо. Ой, 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 у меня просто, просто на сердце радость от ваших писков. Тревога. Нет контакта объекта с отрядами перехвата. Возможно появление нарушителя номер один. Давай, давай, валите, валите их. Лидер 9 уничтожен. Ястреб 3 принять командование. А вот я пробегу, никто не пробежал, а я пробегу. Персонально. Валите его, козла. Директива номер 2. Вот так вот. Задействовать резерв. Сдерживать вторжение извне. Так, извне. Хорошо. Буду сдерживать. Да.
Так, вам сюда? Нет, не сюда. Так, а вы всех перебили? Давайте соберем хотя бы оружие. О, мои детишки пали. Что же сделали с вами эти собаки? Ну ладно. Пойдемте, дети, со мной. Я поведу вас. Молодцы. Вот такая сиську такую бьешь, и я не... Сиську главное... Мять. Правильно. Давайте, не... Ах, вы меня не можете перенести. А, очень жаль. Было бы, знаете ли, очень удобно. Знаете. Вот так вот его. Хреначьте его. Да-да-да-да-да-да. Вот так. Блин, второй. Не один, так второй. Ладно. Ну и здесь лодка неспроста, наверное, стоит. Давай-ка. Будем. Учиться ставить лодку. Блин, нет. Я что, сам себя, что ли? Грубить сейчас буду. Да ё-моё. Блин, больше маялся. Так. Блин. Вообще не так. Вот так вот. В орехи. Вот так вот. А вы-то думали? Где вы? Ой, где бы вы ни были, блин, наверх. Так. А куда мне? А, мне туда и надо. Ладно. Опа. Сюда? Блин, ни хрена не сюда. Давайте. Загасили? А, тварь. Не нравится, да? Давай я вот еще и не так могу. Так, мне куда? Мне выше, да? Ни хрена себе! Гасите его! Да не меня. Я-то хороший. Я-то с вами. Ой. Так, ладно. Сейчас. На автомат или дроб... На автомат лучше. Будем хреначиться.
Ну-ка. Жуки со мной. Давайте посмотрим. Куда это мы? Давайте. Ой. Так. Тихо, 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 тихо. Есть. Второй. Так. Вот так. Вы же не все время будете появляться, правильно? Итак, сколько вас тут накрошено-то? Здесь ничего нету. Вот здесь можно подняться куда-то зачем-то. Для чего-то не знаю. Боезапас исчерпан. Да ради бога. Нам он только для этого-то и нужен был. Чтобы на дальней дистанции хреначить. Так. Давай. Ой. Теперь я слышу летающее существо. Нет, 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 нет. Ай-яй-яй. Здесь я практически в безопасности. Ой, смотрите, намного подняла. Так, сохраняем. Достигнутый результат. Ой-ой-ой, так я и думал. Где ты? Да. Тихо, 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 бежим, 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 бежим. Сюда бежим. Так. Первая есть. Вторая вроде бы как есть. Нифига не так. Просто валим. Откуда валим-то? Вот, все, понял как. Блин, только надо от этого сначала избавиться. Вот так.
Опа. Понимаешь, как-то. Не понял, у вас что здесь, что ли? Если вообще это мне здорово. Подожди, мне вообще надо вас убивать? Ну-ка давайте осмотримся. Здесь я нигде пройти не могу. Здесь я тоже пройти нигде не могу. Ну-ка давайте-ка вот сюда. Ну сюда мы пришли, а толку? Давайте. Так, подождите, где они? Где эти падлы? Что это, мать-то? Сколько в тебя можно хреначить-то? Не туда, блин! Стой! Это что за квест-то такой? Давайте. Сколько я могу еще в тебя хреначить-то? Ты какой-то неубиваемый вертолет нахуй. Во-во-во-во-во. Есть. Все. Всех победил. Нажал. Вот так. Фух, ладно. Где еще что у меня есть? Там уже ничего нету. Блин, близко. Гранаты полон. Так. Блин, тут тоже, конечно, но... Это все не то. Ну, на этом все. Дальше мы войдем в эту дверь. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайки. Пока.